мындай ачуум келген эмнеге? Текшерүүчү органдар мамлекет деген кичинекей киоскту унутпайт да. Кичинекей бир объектилердин жанын койбойсуңар. Региондордо бакыш эптеп бир айда тиги 4-5 миң сом тапса, алардын жанын койбойсуңар. Жеңиш Парпиевич, вы непосредственно курируете силовые органы. Вот я вам этот вопрос задаю. Чем занимается государство, если фонд госимущества өзүнүн бюджет балансындагы окатты инвентаризация кыла албай жатасыңар? Значит, государство занимается инвентаризацией коррупции. Значит, она выгодна всей этой цепочкой. И недавно был создан прецедент. Прецедент по незаконному обогащению. Я надеюсь, вот то, что сегодня обсуждалось, дойдет до каждого чиновника. Наступит период ответственности. Арбир тапкан тепкен джипингер менен үйлөрүңөргө жооп бересиңер деп. Ошол арбир налоговая, соцфондто иштейби, счетный палатада иштеген коррупционный аудиторлар, АКС, МВД барына иштегендер, кто вот сейчас вот так за счет вот таких вещей государство обогащается, наступит период ответственности. Прецедент создан. Вопрос незаконного обогащения за 27 лет впервые среди чиновников коррупционных, он есть. И это будет висеть в воздухе не просто так. Это коснется каждого чиновника, кто обогащается за счет народа. Каждая машина, каждая квартира, со следующего года наступит период декларации. 6 миллионов кыргызстанцев будут декларировать. Все чиновники, у которых за спиной прикрывали женами, подружками, бабушками, дедушками, бардыга чыга-чыгат, качпай течки мешчака. Ошол уақыт келгенде, мой ыйлаган адамдарыңар, тех, кого вы доили, они все вас заложат с потрохами, потому что вы создаете коррупционный круг, порочный. Это только один ГП могу, эме боюнча, драмтеатр боюнча, бул бир кичинекей мисал. Мен ошол, мен бул бир маселени экинчи ГП кыялды козгогом. 3-4 эсе, гүлт деген объектиден, 23 000 квадратный метрден 5-6 эсе бюджет мимакасы кетиптер. Аны Жеңиш Парпиевич мен лично айткам тоже. Я зашла к руководителю администрации президента. Это на балансе аппарата президента. Так позорить президента и такую свинью подкладывать может только те, кто саботирует его борьбу с коррупцией. Это прямой саботаж. И за такие вещи тоже будут отвечать те, кто сейчас глаза закрывает. Кто ему по наследству передал, до них тоже рука правоохранительных органов когда-нибудь да доберется. И нормальные, честные, порядочные, проверяющие сотрудники, они есть, просто им не дают расти. Я надеюсь, вот эта вот плохая практика, она будет искоренена. Эль абдан чом талаптардыгой ватат. Кайсы бетиң менен телевизорда бизди таза иштегиле деп кыйкырып атасыңар парламенттен. Кайсы бетиң менен өкмөттө таза иштейбиз деп кыйкырып атасыңар. Айылдарга барганда 2-3 жип-жип менен барат экенсиңер. Айыл өкмөт, акимдер барып туруп шымын чечпилерди тозушат. Все знают, на какие деньги это происходит. Все за счет бюджета. И бунун аркасы проверяющий органдар келсе, мени могу бир эле могу руздрам боюнча, госэкотехинспекция, мен жакындарымдын ичине барып туруп салам айтаттыр. Жеңиш Парпиевич. Мени мне, мага окшогон независимый, депутат жогорку кеңеш анын коркутсаңар. Вообще грош цена вашей борьбе с коррупцией. Салам айтколоп, ты груздрам театрды козгоп тур, биздин чөнтөйүбүзгө залезал. Первомайский налогодой отурган зам аялыңарды барып туруп, текшерип алгыла. Кайсы эмес мени коркутуп жаталар. Госэкотехинспекцияга кантип коркутуп атасыңар? Мен буну Бакиевдин уганда өткөм. И почему я возмущаюсь? Почему бизнесмены должны платить налоги? К ним еще приходят, еще на Новый год сейчас половина бизнесменов получили письма счастья. Оно ведь моим близким пришло. Алар мага чалат, сен элин баары менен урушуп атып, мына биз уже сүйлөгөндөн да коркуп калдык деп. Мына силердин борьба с коррупцией. Чыкып жүрөсүңөр баарыңар, тет жакта ГП. Мына дагы бир мисал, Парк Панфилова. Сдаете физическому лицу, фуги, вы слышите меня, да? Это физическое лицо берет несколько тысяч метров квадратных, сдает третьим лицам аттракционы, все кафе. А зеленхоз за счет государственного бюджета озеленением занимается. Вы что, издеваетесь, что ли, над бизнесом? Над добросовестным бизнесом? Это один парк. Любой парк откройте. Кыргыздрамтеатрын тегерен каралла. Берки парк небелерин тегерен каралла. Как это все происходит? Это просто саботаж, то, что у вас происходит, потому что вам это всем выгодно. Бул заманды аягы келатат. Прецедент создан. Прецедент по незаконному обогащению. Никто этого и не понял.
оно висит как дамоклов меч над каждым чиновником. И как минимум 30% буйрса деген келаткан бир-эки жылда сокращать этилет. Ошондо сокращение кеткенден кийин ошолор бизнеске барсын. Ошо ушундай коррупционерлер аларды сыксын ошактан. Кантип анан эски күндөрүн эстер экен. Я желаю каждому вот такому коррупционеру пойти в бизнес и через себя просмотреть, когда такие же его коллеги, которые вчера вместе с ним доили бизнесменов, завтра будут с него три шкуры драть. Бандиты будут к ним приходить в определенном, на Иссык-Кульской области. Ошол башынан өтсүн. Бул уят нерсе, бул заманды токтотуш керек. История болуп атат, азыр токтотпосоңор, бунун аягы абдан жаман болот. То, что саботаж идет нынешней борьбы с коррупцией, и чем это закончится, люди до сих пор не понимают. Я имею в виду вот эти все органы, которые вот эту цепочку передают. И мы все, кто в этом кабинете сидит, мы прекрасно знаем имена коррупционеров. И мы знаем, что из кармана в карман все привыкли договариваться. И детей уже учат. И мне гласен, анан көрүп тетиңмен акырын сүйлөшүп аласың деп. И ошол моолардын баары караганда, ошол коррупционерлердин балдар келип тоносун ошолорду. Ошол башына келет. Тармагыла, мен ачуум келгеним, 2 айда такое ощущение было, что я бьюсь за свой собственный садик, что я бьюсь за свой собственный Рузрамтеатр. Это как будто мой частный театр. Укпаган сөздүн баарын уктум, тебе это надо деп. Бизнесмендер мына коллегам турат, мына Дастан Далабаевич, он тоже ко мне подошел. Эльвира, они на нас выходят, ты, оказывается, им сказала всех их выгнать деп. А ортодо бизди жаман көргөзүп атасыңар. Кто этот вопрос поднимает, кто ваши карманы выворачивает? Вы все ссылаете на нас. Проверяющих органов потом фас деп бизге жөнөтүп атасыңар. Как вы боретесь с коррупцией? Что вы потом хотите построить? Какое наследие оставить? Я это обязательно на палате тоже подниму. Өзүңөрүн чөнтөгүңөрдү каравалгыла, күзгүгө каравалгыла. Как вы живете? На чьи деньги вы живете? Ошол элдин аркасы менен жашап атасыңар. Мне не стыдно. Мен салык төлөп туруп, ар бир тыйынга жооп бере алам. Мен билем биякта отургандар ишкерден келген, и то ишкер бөлүнөт. Ошол ар бир тапкан машине үйүн деген салык төлөгөндөн кийин акчага табылдыбы? Же урда мамлекетти тонап туруп, калп эле бизнесмен деп отура. Бунун баары убакыт келет, бунун баары ачыга чыгат. Ар бир ресторанын, ар бир кафенин аркасына турган бир чиновник, кто не платит налоги, все об этом знают. А бетке айтсаң, отурап туруп, кайра кечинде, кайра эртеси күнү кабинетиме келип, канчоңор келдиңер? Эмне кылас? Фон Госимушса бир күндө бир жолу чалат мага. Көтөрбөй эле койбойсузбу деп. У вас совесть есть вообще?